Добрый день, я всех вас приветствую на своем канале. Это будет у меня новое видео о новом СП 12 месяцев. Этот совместный проект организовывает Людмила Дорошенко. Я вступаю с опозданием, и поэтому я хочу вышивать по две игрушечки новогодних и участвовать в этом совместном проекте. Я подготовилась, сделала небольшую подготовочку, подобрала канву, ниточки, приготовила иголки, естественно, ножницы и бисер. Бисер у меня рис. Этим я буду украшать свое новогоднее изделие. Два новогодних изделия я хочу сделать именно вот сейчас. Я буду к нему приступать, потому что я с опозданием, я уже повторяюсь. Оставайтесь со мной. Смотрите, что я буду творить. У меня будет вышивка. Основную часть сердечек я отшила. Это будет у меня такая вот серия новогодних сердечек. Хотела я сделать вот где белое бисером, но потом передумала. Бисер у меня оказался немного покрупнее. Сейчас я это буду отшивать вот этой металлической нитью. И продолжим работать над этой маленькой миниатюркой. Для обратной стороны я подготовила такие же сердечки, только они у меня будут зеленые. Сейчас также я сделаю сборку, край затяну, а потом буду все вместе совмещать. Обтянула я тканью, теперь осталось самое интересное — это сборка и украшение. Получился у меня вот такой пухлячок. Теперь край я обшиваю рисом. Приделала, конечно, я петельку, пришила хорошо. И кисточку. Вот и готовы мои первые игрушки за первые 3 месяца. Здесь сделана вышивка. Украшена кисточкой с люрексом. Петелька из жгута серебряного. По краю, конечно, я тоже украсила рисом. Сейчас покажу вторую. Со второй стороны я сделала ткань под цвет вышивки, под цвет елочек. До новых встреч! Желаю всем приятного просмотра. Ждите мои новые видео.